На совещании, которое временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Русских посвятил исключительно автодорожной сети, много говорилось именно о создании безопасных для автомобилей и пешеходов условий на магистралях и улицах городов и сел региона. Дорожная сеть в таком состоянии буквально провоцирует нарушение ПДД. Следовательно, ставит под угрозу здоровье и жизни наших с вами земляков. Еще один момент. В свете последних событий выяснилось, что на сегодняшний день 65 мостов, расположенных в областных и местных автомобильных дорогах, находятся в аварийном и предаварийном состоянии. Временно исполняющий обязанности губернатора уже знаком с работой региональной навигационной информационной системы Ульяновской области. Весь подвижной состав дорожно-транспортной отрасли оборудован системой слежения ГЛОНАСС. К системе подключено 3110 транспортных средств. Это автобусы, троллейбусы и трамваи. Через компьютер можно отследить даже работу карет скорой помощи. Система позволяет обеспечить круглосуточный непрерывный контроль за выполнением расписания, схемы движения, скоростного режима всего пассажирского транспорта каждого муниципального образования. Яндекс.Карты и платформа ТУГИС показывают движение всех наших транспортных средств пассажирских по городу Ульяновск. Кроме того, в настоящее время в систему поступает информация с 4 метеостанций, установленных на федеральных дорогах, и с 7 метеостанций Ульяновского центра по гидрологии и мониторингу окружающей среды. Чиновники согласны, за каждым ДТП судьбы, здоровья и жизни людей. Уже не первый год на территории нашего региона реализуется проект «Безопасные и качественные дороги». Однако цифровые показатели не всегда отражают реальное положение дел. В 2020 году было проведено большое количество мероприятий, направленных на улучшение улично-дорожной сети, это устройство и установка новых знаков, разметка, освещение транзитных участков. Андрей Тюрин заверил губернатора, что работа будет продолжаться, а контроль за опасными участками усилится. Алексей Русских призвал не форсировать темпов, однако снижать их тоже нельзя. По информации профильного министерства, на дороге города в этом году будет истрачено порядка 800 миллионов рублей, а на дороге области чуть более 2 миллиардов. Павел Половов, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.